Шерлок и доктор Ватсон проводят расследование. Будем разбираться, почему обратная тяга. Макс, держи. Бурменталь. Держите. В общем, даже если открыть заслонку и туда руку засунуть, то чувствуется, что ветер сюда дует. То есть сейчас очень сильный ветер. Прям очень сильный всю ночь, очень сильный ветер, и невозможно растопить печь, потому что идет обратная тяга, весь дым идет сюда. Вот, открываем заслонку, и отсюда прям идет ветер. Ну, сейчас зажгу бумажку. Ну, пошло все сюда. Ну, то есть ветер задувает в трубу. Бегу. Сейчас покажу трубу. Какие тут ветра. Да, я не знаю, вот этот цилиндр, может, он должен ниже опускаться. Он, может, слишком короткий. Его можно... Он должен быть полностью закрывать трубу. Это его ветром унесло из-под дома. Вот, все. Так, ну мы заклеили вот эту вентиляцию. Мы заделали здесь щель. Марк, извини, использовали твои штаны. И все равно у нас обратная тяга. Макс предложил попробовать растопить печь при приоткрытых окнах. И обратная тяга пропала. Кто молодец? Макс молодец. То есть печь надо растапливать при открытых окнах. А если мы сейчас закроем? Проверим, сейчас мы все выясним. А почему мы проверяем? Потому что Леха сказал, проверьте. О-о-о-о. О, начинается. То есть стоит закрыть окна. Ну, давай попробуем маленькое сейчас открыть, пропадет. Открыли вот эту вентиляцию. Открыли дверь. И пошла обратная тяга. Исчезла, но только что была. Да, 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 вот идет. То есть при северном ветре, может, не только при северном. Печь надо растапливать при открытых окнах. Закрыть дверь. Перекрыть вентиляцию. Вот эту щель. Чем-то залепить, и тогда, ну, печь растопится. Ну, нужно на трубу, наверное, поменять все-таки вот эту насадку, ее сделать повыше, пониже, повыше. Вот такие языки пламени. Следующее наблюдение. Сейчас более-менее все нормально. Но если включить вентиляцию... Здесь. То сейчас пойдет обратная тяга. Выключил.
И все нормально. Тут, блин, мы тут сейчас угорим.